Поторопимся. Стражники культа в ярости. Ха, я уже отправил наших людей к Нелею. Они должны доставить его на корабль. Ha ha ha!
Вот это флот. Команда! Yeah.
Капитан снова у руля! Это он. Не стоит здесь оставаться. Thank you.
посмотрю, что там. Я тебя найду. Что? Ты! Ah!
Здесь меня могут заметить. Обойдется твоей. Еще. Переулок. Хариклета. Мистия, ты здесь. Если бы не ты, люди бы пропали. Я Кассандра. Похоже, они неплохо устроились. Мы не богаты, но обходимся тем, что есть. Людям некуда идти. Они одни, далеко от дома. Я стараюсь обеспечить их удобствами. Жизнь без удобств — это нормально. Даже хорошо. Так тренируют спартанцев. Так они становятся воинами. Ты похожа на мою дочь. Она всегда стремилась стать лучшей. Великой. Я не стремлюсь, я уже великая. Если эти люди хотят спастись от бури, им придется постараться. Ее солдаты следят за всеми кораблями в Ахее. Она взяла остров под контроль, ее влияние растет. Мы должны помочь им уплыть. Ты в деле, Кассандра? Я помогу. Что делать? Покинуть Ахею будет непросто. Но вместе с другими пленниками мы кое-что придумали. Найди Аронта. Он где-то в полях. Он расскажет тебе подробнее. Дома. Скоро солнце. Скоро.
О, они улетели. А, Мистия. Разве может быть что-то лучше этого? Лучше уюта и спокойствия простой жизни. Жизнь наемницы – мой выбор. Всегда есть чем заняться. Что ж, добро пожаловать в Буру. Что тебе нужно в Ахее? Я торговец и пересек много морей. Блокада прервала мое плавание, но Клета приютила меня. Пройдя через все, через что прошел я, и пережив самые страшные бури, начинаешь ценить простые радости жизни, вроде Буры, что стало мне домом. Боюсь, покой будет недолог. Моя жизнь — хаос. Могу кое-что рассказать. Слушаю. Меня прислала Клета. Говорит, ты лишился кораблей? Это так. У нас неприятности, Мистия. Здесь с каждым днем все опаснее. Мы должны уплыть из Ахеи как можно скорей. Мы с Клетой все тщательно продумали и... Ищите! Стражи. Охрану усилили. Я наделала шума в крепости. Они ищут пленников. Нельзя позволить им мешать нам, Мистия. Если сможешь, разделайся с ними тихо. Я отведу Клету и остальных подальше. Нельзя подпускать их к деревне. Еще один. Осторожнее. Помните, что было в крепости? Держи горло! За ней! Еще стражи. Верхом. Ah!
Живем со мной. Начни новую жизнь. Мистия, ты победила. Спасибо тебе. Я знала, что они придут, но не ожидала, что так скоро. Нам надо начать действовать. Скажи, что делать? Нужно придумать, как переплыть Эгейское море. Корабли, на которых мы прибыли в Буру, забрал смотритель порта. Может, мы сможем как-то с ним договориться и вернуть их? Пожалуй, я могу вам помочь. Тогда мы должны рассказать тебе все об этом смотрителе. Слушаю. У него скверный характер. Говорят, он часто сидит в таверне в Пелене, пьет и без конца прославляет Диониса. А еще он недолюбливает мистиев. Я умею располагать людей. У тебя, наверное, еще много дел. Моя дочь, она всегда любила воду. В детстве она всегда просилась к рулю, когда мы выходили в море. А когда выросла, не устаю спрашивать себя, вернется ли она. Почему ты рассказываешь мне о своей дочери? Ах, моя Фила. Она капитан Сциллы. Твоя дочь Буря? Мы не общались много лет. Я ее оттолкнула. А теперь понимаю, что возможно навсегда. Она знала, на что идет. Не вини себя. Не время печалиться о прошлом. Аронту нужна помощь. Я отправлюсь в Пелену и найду себе дело. Хайре, Кассандра. Мне нужно в Пелену.